Здарова всем, пацаны, с вами Михил Хёртс, и это рубрика «Я б сыграл» и игра Кенши. Довольно, ну не то, что довольно, вот буквально недавно она вышла уже в... То есть релизнулась, до этого была в открытом доступе, и просто взорвала, не знаю, умы людей, заставив играть их в себя. Многим очень нравится, и поэтому я решил попробовать. В общем, начинаем новую игру, выбираем предысторию странник, вы просто одинокий странник с пригоршней монет, парой штанов и ржавым мечом в поисках приключений, готовы явить себя миру, и игра рассчитана именно на этот сценарий. Что за другие настройки? Ага, мы можем детально все настроить, ладно, потом с этим разберемся, и давайте начнем. Вау, довольно прикольный, можно как-то взаимодействовать с экраном загрузки? Видимо, нет. Игра вообще, короче, подвисла. По идее, теперь нам нужно будет создать своего игрока. Персонажа. Насколько я знаю, здесь мы потом сможем собирать отряды, объединяться в группы и вообще нагибать в восьмером, в десятером. Да, загрузка у нас сверху. Рабские кандалы можно снять, скрыв замок или при помощи пилы. Ага. У нас есть различные расы. Расы скелеты, человеки, рой, шек, человек, скелет, рой. Так, и у нас есть... Всякие фишечки у каждого класса, так понимаю, да? Шеки, ловкости, человеки. Нет, человеки, мне кажется, самый... Стоп, а этот дядька неплохо так может. Угу, неплохо. Давайте человеком все-таки. И у каждого отдельного человека много всяких фишек, да? Так, фермерство, готовка, работа, сила. А у такого... Давайте просто обычного классического человека. Давайте человека-женщину. Человека-женщину, так. Одежда... Ага, можем без одежды сменить персонажа. Это что такое? Непонятно. Так, параметры. А можно какой-нибудь рандом? Давайте рандомную какую-нибудь красивую женщину сделаем на секундочку. Ну, что-то с красивой пока не очень получается. А можно еще? Нет, 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 женщина-мужчина. Женщина из аниме с невероятной прической. Женщина лысая, солдат Джейн. Так, женщина. Женщина, которая знает о безумии все. Лысая женщина. Вот это выглядит неплохо, но, знаете, немножечко лицо меня смущает, так что... А, это типа ростометр, прикольно. Давайте еще чуть поглядим. Нет, просто нет. Тоже нет. Неплохо, но нет, я не готов. Блин, какой саундтрек, вы просто слышите? Трогает до глубины души. А вот это очень довольно мило. Давайте чуть-чуть поза в покое мы ее. О, какая сутулая. Ага, можно присесть. А, то есть пресеты. Давайте поглядим, что у нас еще есть. Так, 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 так. Вот это довольно неплохо. Тон кожи. Ну, пофигу, рост. Повыше. Ух, нифига, карлика тоже не хочу. Давайте где-нибудь вот так примерно. Нормально. Тело. Тело либо толстое, либо худенькое. Давайте оптимальную. Так, осаночка. Осаночка нет. Сутулу не хочу. Такую тоже. Это просто черви из людей в черном. Давайте вот где-то такую. Нормально. Хорошая спина. Залог хорошего здоровья. Наклон плеч. Давайте вот такую. Типа, йоу, чувак, будет прохождение? Не знаю, не знаю. Ладно, забили. Позиция шеи. Так, вот. Ну, вроде... Вроде, естественно, длина ног. Подлиннее хочу. Плечи. Плечи мы уже смотрели. Пошире. Размер рук. У, какие. Не, у нас будет утонченная, мадам. Так, кисти. Кисти у нас побольше. Она должна хватать меч хорошо. Грудь. Так, это не то, о чем я подумал. Мне такой параметр не очень нравится. Вот тот параметр, который я хотел посмотреть. Ну нет, перебор. Тоже такое. Давайте оптимально. Ну вот где-нибудь вот так. Нормально. А, даже это можно сделать? Ну нет. Нам не 80 лет. Давайте вот где-то... Вот так, я думаю. Так, и... Ну, нет, давайте вот где-нибудь вот так. Живот. Живот у нас будет... Она будет, знаете, она будет подтянутой, но не сильно. Вот так где-то. Реализм. Италия. Ну, талия она у нас будет. Кость у нее широкая, не судите строго. Так, вроде отлично, лицо. Ну, лицо мне нравится, волосы. Давайте цвет немножко поменяем, прям чуть-чуть. Что-то он не меняется. Что-то он не меняется. А, вот, вот так, да? Так, что-то... А, это типа РГБ настройка, окей. ЛГБТ моя любимая. И вот чуть-чуть. А, давайте она будет седая у нас. Грустное выражение лица. Довольно неплохо. Так, ну и, по идее, а как начать? Херзик — это наш имя, да? Давайте назовемся вот так. Вот так. Хилхерс. Все отлично. Экспорт готово. А, мы сразу. Пограничная зона. Появляемся в мире. Так, основа управления. Тут нам обучение, говорят. Вы можете двигать камеру в ASD. Ага.
Эта панель показывает. Так, ну, я думаю, я со временем разберусь. Мышкой зажал, на правую кнопку мыши двигаться, на левую выделять. Окей. Так. Графоний, скажем так, посредственный. Что мне делать, игра, расскажи. В Кенше нет прямой истории или задания, которые бы вас ввели. Вам нужно исследовать мир? Ага. Ну, тупо песочница. И огромный мир. Так, на Alt мы можем подсвечивать предметы. Знаете, я человек простой, я вижу халявные вещи, я беру халявные вещи. И считаю, что это не ошибка. Так, здесь у нас бутылки от Грога, бутылки. По идее, это можно будет потом толкать торговцам неплохо. В общем, какова наша цель? Наша цель сейчас создать, сколотить какой-нибудь небольшой капитальчик. Я знаю, здесь можно еще ускоряться, да? Да, вот так, окей. Сейчас быстренько сколотим себе капитальчик. Потом найдем напарника. Где наш инвентарь? Можно? А вот на И. Я уже забил весь инвентарь, да? У нас есть оружие, пояса. Пойдемте тогда искать торговца. Задание на продажу. Некоторые задания доступны для приобретения. На этой панели вам будет показана стоимость. Сложно. Что такое? Хотите купить задание за 12к? А у меня сколько к? Давайте, да. Не по карману. Окей. Так. А где у нас какие-нибудь продажи могут быть? Пойдемте найдем каких-нибудь барыг, с которыми мы сможем общаться. Пока все как-то сильно непонятно. То есть можно прям вот так приехать к своему персонажу? А, даже так можно, нифига себе. Окей. Так, это выглядит... А, бар, отлично, люблю ходить в бар. Так, как зайти в бар? Можно закрыть? Нет, нельзя. У нас публичная охрана, можно, короче, зайти. Погнали, окей. Эй, ты, подходи со мной выпить. Добро пожаловать, друг. Здорово, пацаны. Давайте побазарим с вами. Базарит на правую кнопку мыши. Хопс. А, выпивка с меня. Скажи, ты когда-нибудь слышала про историю о вопящем, наверное, призраке? Нет, про что там? Но легенда гласит, в затопленной пещере на юге за песками. Я слышал, что кость у него чистого алмаза. Биллиардов, пулиардов, каков? Серьезно, не трать мое время. Как мне его найти? Ну, если искать, должна с собой. Называю это последней волей. Ты умираешь, что с тобой не так? Разве не все мы медленно умираем? Бла-бла-бла. Пойдем со мной. Серьезно? Плюс один товарищ? Хм, это самый простой NPC-напарник, которого можно найти. Так, ты кто? Ты какой-то наемник, да? А можно с тобой говорить? Что-то нельзя с ним говорить. Так, а с кем еще можно говорить? Вот с тобой. Давай торговать, братишка. Так, на какую кнопку нажимать, чтобы продать? На правую, да? У тебя 16 тысяч, а сколько ты мне за это заплатишь? Стоимость, средняя цена К3, да? Правильно, правильно? А где мои денежки, дружище, ты можешь показать, пожалуйста? 951? Стоп. Они же должны мне прибавляться, нет? А, прибавляются, да, 909. Общий вес, так, а где мои деньги? И я не знаю, где мои деньги, пацаны. Пацаны, есть инфа. Так. Как красть? Осторожно, попытки взлома дверей и контейнеров незаконны. Из-за это могут... Можно угодить в неприятности. Окей. Так, а где же мои бабосики? Во, деньги. К1105. Нормально. Так, а есть какие-нибудь квесты? У нас есть большая карта Хаб, где мы появились, и Скуин. Первый город, видимо, который нам нужно будет посетить. Красным подсвечено то, что мы не можем воровать. Точнее, наоборот, что можем воровать, но за то, что нам могут дать по лицу. Так, а чем мы сюда не идем? А как нам обоих сразу выделить? Почему ты не ходишь, женщина? Ты же должна зайти вперед, и все. А ты что не ходишь со мной? А, то есть 1-2 можно выбирать, tutorials и не то. Давайте сразу двоих выделим, будем ходить вдвоем. Можно вас в отряд как это? Взять нельзя. Ладно, нужно разбираться. А, даже вывески подсвечиваются, прикольно. А можно посмотреть стоимость приблизительную? Давайте бутылку заберем вот здесь. И я снова один пошел. Угу, как-то сложно. Ну давайте вдвоем ходить. Еще ускоримся чутка. И погнали теперь исследовать. А давайте сразу пойдем в открытый мир. Честно, кстати, мне кажется, мне ничего не ждет хорошего в хабе. Поэтому давайте попробуем добежать сразу до первого крупного поселения. Заодно посмотрим, что да как и под силу ли нам это.
Блин, музычка довольно приятная, то есть расслабляет. Так, а он у нас человек, да? Боевое искусство плюс 7, плюс 4. Нифига себе, сила, ловкость. Так он у нас прокачанный еще дядька. Если что, он сможет нас защитить, я так думаю. У нас еще загрузка локации идет. Это довольно неприятно. Да камон, тут прогружать-то нечего. Пауза. А зачем пауза? Не нужна нам пауза, все в порядке. Пока никого мы не встречаем. Что странно. Так, вроде пока идем правильно. Погнали. Такой рельеф необычный. Давайте еще сильнее ускоримся. Вообще прям на суперскорость. Если что, я альтом подсвечиваю. Если я вдруг что-то крутое увижу, я вам расскажу обязательно. У нас снова загрузочки-прогрузочки. Ну, я так понимаю, первый раз, когда проходишь локацию места, то придется ждать загрузок. Так, гляньте, какая красивая вода. Можно как-нибудь с ней повзаимодействовать? Видимо, нет. И вот вопрос, куда нам идти? По-моему, куда-то вот сюда. А почему я не могу двинуться? Эй, камера, мистер камера. Я что-то делаю не так? Я серьезно не могу вверх проехать? А вот теперь могу. Вот эти непонятные штуки я тоже где-то уже видел. Здесь что-то столько всего разбросанного лежит, может быть. Где-то я что-то могу подтырить и себе забрать. Давайте одну, если мы выберем. Нет, тоже как-то неактивно. Странно. Ну, нам в город тогда. Вроде как мы даже правильно идем. Странно, что на нас никто еще не напал. Уж-то было бы интересно с кем-нибудь посражаться и все такое. Да, скоро мы дойдем до нового города. Вот он у нас. Блин, как же прогрузки тормозят игру. Так, интересно, нас пропустят в город зайти? Эй, открывай, дядя. Давайте скорость поменьше. Можно зайти? Да, вообще без проблем, смотрите. Здесь у нас уже вообще куча всего. Можно посмотреть, что это? Что-то как-то в прошлый раз у меня получалось. Тип скуин, дверь открыта, общий армор шоп. Хорошо. Так, мне бы в бар по-хорошему. Здесь у нас спальня. Так, а где же бар? Бар у нас вот это, да? Бар, а, отлично. Пойдемте завалимся, может каких-нибудь новых NPC найдем. А это что у нас? А это что у нас? Какая-то стража, что ли? Так, заходим. Вечер в хату, говорю я. Кто-нибудь захочет прям сразу с нами поговорить, дав тем самым нам квест? Давайте посмотрим, кто это. Ты у нас Халид. Нужны рекруты гладкокожие. Может быть, конечно, сколько? Моя цена 6 катов. До свидания, дядя. Было приятно с тобой иметь дела, в скобках нет. Ты кто? Фек. Хочешь объединиться? Думаешь... Ну, какая ты дерзкая. Побил бы тебя, ну да ладно. Так, покажи, что у тебя есть. У меня есть бутылка от рома, и я тебе ее продам. И получу ровно нифига, ну да ладно. Что у вас на втором этаже? Знаете, тут можно много-много всего красть. И вроде как воровать в этой игре про... А как на второй этаж? Ага, вот этаж. Окей. А давайте сразу пробуем что-нибудь своровать. Ага, охранник сразу пришел. А что, если я вот этим отвлеку от охранника? Можно так сделать, интересно? Дядька, давай поговорим. С тобой говорить нельзя? Серьезно? Блин, а если я тупо вот подойду сюда? На F5 сохраняться, да? Давайте проверим, что будет. На какую кнопку присаживаться? Так, а на какую кнопку скрытность? Спасение, медик, разведка. Бежать, бежать. Это отрядом бежать, правильно понимаю? Нет, непонятно. Так, сейчас, секунду, скрытность, скрытность, скрытность. Как раз, давайте еще раз зачекаем. Блин. Не знаю, как красть. Блок держать пассивно, а вот, скрытно, окей. И теперь мы медленно передвигаемся. Скрытность в режим скрытности, тихие нокауты, похищение, красть вещи. Я так понимаю, когда у нас значок глаза, то мы можем спокойно красть.
На Alt вскрывать замок. Зажмите Alt, чтобы вскрыть замок. Шанс 6,4. Шанс невелик. Опа, взлом провален. Интересно, он когда-нибудь нас видит или нет? Давайте ускорим этот процесс. Ага, процесс взлома не сильно ускоряется. Но что-то не везет мне. Давайте. А давайте просто сундучок осмотрим. Нифига в нем нет. Плохой сундук. А можно тебя нокдаунить? Нет, он нас выбьет. Давай, давай, поднажми. Серьезно, второй охранник пришел, а я такой, да ничего, я тут открываю. И с каждым проваленным взломом наш основной шанс немножко увеличивается. Ладно, это гиблая идея. Эй, а за что? За что? Дядя, отдерись, убегай. А можно, можно им по лицу дать? Ну-ка, давай, на контрол, на какую кнопку? Или у тебя оружия нет? А, у тебя оружия нет, ясно. У меня все пошло не по плану, так что загрузка. На какую кнопку загрузка? На F9. Ну, всякое бывает. Так, а где мы есть? Либо еще загрузка идет. Этаж 1, этаж 2, этаж 0. Так, видно, все еще идет загрузка. Ага, вот, пограничная зона, хорошо. Загрузки очень, очень долгие. Не знаю, с чем это связано. Но все еще. Так, кожу я тоже, видно, не украду. Ясно, нам нужно как-то качаться, как-то навыки повышать, для того, чтобы мы могли красть хотя бы что-то. Потом уже покупать оружие, прочее, прочее. Карта довольно обширная. Чего и говорить. Из того, что я знаю, у нас здесь есть разные навыки атаки, защиты, силы и ловкости. Для того, чтобы нам их прокачать, нам нужно немножко потренироваться, чтобы давать отпор в пустошах. Делать это можно как? Можно получать по лицу, тем самым закаляясь в боях. А можно, короче, пойти вот, эта штука называется как? Дозорная башня. Вот мы сюда сейчас ходим и на манекенах немножко потренируемся, прям чуть-чуть. Так, мне, пожалуйста, первый этаж. Долгожданный покупатель. Эх, ну, с воровством у меня как-то не очень. Давайте хотя бы поговорим. Так, давай к делу, дядя. Тут у нас всякие вьюки, мешки, спальные рюкзаки. Вот рюкзак нам бы очень не помешал. Стоит он полторашку, у нас 1100. Окей, немножко не хватает. Так, пойдемте на второй этаж. По-моему, я немножко не туда пришел, мне такое ощущение, да? Так, этаж один. Так, определенно я пришел не туда. Так, а где же у нас манекены? Подождите, дозорная башня. Значит, я перепутал. Мне нужен кто? Мне нужен... А мы вообще в том ли городе? На секунду. Хап, ну я думаю, да. Так. Тогда кто нам нужен? Еще разочек, давайте зачекаем. Как сложно все. Дозорная башня, да. Но нам нужно что-то типа, не знаю, не тюрьмы, а участка как бы. Это тоже весы не то, бар не то. Да, сдается мне, у нас просто не тот. Либо это дозорная башня. Давайте в эту забежим. Может быть... А, во, полиция, подождите. Это полиция. Жукодом, дозорная башня. Где-то я навелся случайно, и было как бы слово полиция, но не суть. Ладно, погнали. Так, мистер полицейский, похоже на то. Скажите, пожалуйста, что да. Да. Вот наши манекены. Вот, короче, подходим к ним. И можем тренироваться. Надо будет ускориться очень сильно. Так, а что ты? Ну, у тебя же есть еще монитор. Монитор, манекен. Ты бей одного, а я буду бить второго. Вот, и смотрите, тем самым боевые искусства 15 плюс 12. Слушайте, этот дядя Хопс знает толк в люлях. Атака 8 стала. А у нас атака 3. Сейчас чуть-чуть буквально покачаемся. И, наверное, пойдем добывать руду за городом. Давайте, наверное, сейчас, пока у нас ночь пройдет, мы потренируемся, а потом мы пойдем за добычей руды. Найти бы ее еще. Потому что если не красть... Ну, красть это слишком просто, это слишком легкий заработок. Мы можем воровать людей и сдавать их, как рабов. Это, в принципе, очень эффективно. И также добывать руду... И как бы целый осколок, целый камень мы можем спокойно продать. Если я не ошибаюсь, вот это вот у нас руда. Но это не точно, и нужно будет зачекать. Так, давайте уберем всякие подсказки. Ненужные, я уже чуть-чуть... Что делать, города? Ох, понятно. Да умею я же знаю, я же не лошок. Камон. Так. Ну что, пацаны, натренировались?
Уже плюс 7, плюс 8, нормально. Да хотя, ладно, я не сыкую, давайте и ночью пойдем. Давайте проверим, все-таки рудает или нет. О, слушайте, а могу их убить? Мне бы мясо не... Хотя они большие, страшные, я маленький. Давайте попробуем, так. F5 сохранение. На какую кнопку атаковать? Это у нас травоядные. Травоядные. Так, ну а что вы не атакуете, йоу? А, подождите. Одержать. Пассивно. А какая кнопка на атаку? Дальний, пассивно, держать. Позицию. Защитный режим. Пассивно не нападают. Агрессивным, шумным, дразнить. Можно так напасть? Нет, нельзя, ну ладно. Тогда мы идем чекать медь, как я и думал. Наверное, это просто камень, а я думаю, что это медь. А это не медь? Даже, да? Или даже если это и медь, мне нужна будет какая-нибудь кирка. Окей, это просто камень. Так, ребята, а вы кто такие? Секундочку. Вы у нас пыльные бандиты. Я, конечно, не эксперт, но у меня есть невероятная вера к победе. Давайте попробуем напасть на них. Так, а как вообще нападать? Так, что-то у меня не получается, ребята. Может, они сами на нас... Слушайте, а вдруг у них разборка сейчас будет? Рабовладельцы и пыльные бандиты. Если они сейчас друг между другом закусятся... Давайте мы их сагрим. Сагрим, говорю. Они не хотят агриться. Блин, а как их стукнуть? Так, сейчас я разберусь, как стукать, и обязательно вернусь. Вы не поверите, я разобрался. Это было очень просто. Так. Они сами полетели на меня, влетели. И теперь мы их попробуем сагрить на работорговцев, рабовладельцев. Надеюсь, получится. Нет. Я явно делаю что-то не так. Давайте еще тогда их сагрим. Напасть. Так, и теперь вот все вы деритесь между собой. Получается? Да, замес пошел. Йоу, пацаны, давайте. И мы потом весь этот лут заберем, наверное. Давайте вы тоже сагритесь на них. Пацаны, а можно отагриться, плиз? Ой, у нас травма, нас кто-то бьет. Ребята, давайте по одному. Так, 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 ой-ой-ой. Так, смотрите, остался один, который на нас агрился. Давайте попробуем ему надавать, атаковать цель. Давай, погнали. Давай, бах, и ну, а тебе с рук. Лежать. Нормально, смотрите, в рукопашку просто унижаем, дядя. Бах, что такое, молодой, не нравится? Давай-давай. Лоу-кики пробивай. Ай, больно по животу. Давай-давай, лоу-кики, хорошо, давай, сзади. Сбоку-сбоку заходи. Блокируй. Господи, сколько у него хп, можно посмотреть? Вот это он бронированный. Что-то, по-моему, мы его не пробиваем. Так, ну-ка, нормально. Дядь, давай, удушающий в спину. Что-то, не-не-не, надо, короче, отступать. Получается не очень. Тактическое отступление. Будем бегать, крутиться, пока он... Еще раз не сагрится вот на этих ребят. Слушай, по-моему, надо тебе своим помочь, нет? Не думаешь так? Давай-давай, помогай. Так, надо будет еще аптечек купить обязательно в городе. Если, конечно, я доживу до города. С такими темпами это маловероятно. Может, он устанет бегать рано или поздно, нет? А, наверное, зря я побежал еще раз. Так, дядя Хилхёрц у нас упал. Ну, давай тоже приляжем вместе с ним. Хорошо, полежим. Они лутают меня. Хорошо, что мне нечего забирать. Пацаны, да там нечего забирать. Че, раздели? Там же ничего не было. Так, у этого все на месте. У этого... По-моему, тоже. А деньги? Даже деньги не забрали. Фул лошары. Так, а когда мы в себя придем? А то тут сейчас всех полутают. В общем, план был неплох, но он... Как это говорится, реализация подкачала. Так, без сознания 30. Умирает. Ой, умирать это плохо. Так, давай, вставай. Так, погнали. Ты можешь двигаться. Окей. Вы же не будете еще раз на меня влетать? Пойдем лутать, что есть. Так. Ой-ой-ой. Так. В смысле шанс украсть? Камон, это мое. Алло, какие кражи, ребята, вы что? Так, а как закрыть на эту кнопку, да? Вы же не будете? Вы опять на меня влетать будете? Да за что я платить буду? Я не буду ни за что платить. Так, надо быстро оружие кого-нибудь тиснуть. Есть кто-нибудь здесь? Это тело, да? Давайте подбегаем к телу, попытаемся, по крайней мере. Так, тело залутай, плиз. Не дает. Хочу пушку забрать. Вот так.
Могу этот дрын использовать? Просто если да, я пробую отпор дать сразу, а то чё? Ну-ка, сынок, иди сюда. Так, атаковать цель, давай. Бери дрын. Дрын, доставай. Давай, давай. Один против четверых, давай. Я видел, в интернете спокойно можно победить. Давай, давай. Так, без сознания довольно долго будем, да? Ну, ты же не хочешь умирать, правильно? Я все-таки сторонник того, что рано или поздно мы типа оклемаемся. Ага. Что-то меня в восьмером лутают. Господи, какая дичь. Зато полечили. Так, а что значит... Стоп, меня всех в рабство взяли? Рабская жизнь. Вас взяли в рабство. Можете либо прожить остаток жизни рабом, либо вырваться и сбежать. Окей, так. Вас персонаж покорно, хозяин. Если хозяин... Хотите сбежать, покорно раб, нажав на крестик. Так. Сейчас нас всех полечат, и мы убежим. Это Mind Games. Пушку забрали, говнюки. Ну ничего. Сейчас они меня долечат. Так. А еще можете накормить, пожалуйста? Вы не против? Было бы неплохо. Так, боты самурая. О, так можно на альт подсвечивать. Вот это новость. Так, нас вылечили, да? Нет, да? Вроде да, давайте. Так, притворяется мертвым. А, притворится мертвым. Угу. Ну, нас, по-моему, меня даже несут? Так, давай. Ты больше не раб, дружище. И ты больше не раб. Так, мы теперь берем... Я надеюсь, я могу вами управлять, да? И текаем. Пацаны, текаем, текаем. Господи, как же быстро они ходят. По-моему, я проиграл в эту игру. Это не то, чем я хотел заниматься в Кенше. Ну, давайте ради интереса посмотрим, куда же нас отнесут. В принципе, если будут кормить и одевать, то эта игра довольно интересна. Так, ну а если прям совсем супер честно, то у меня такое нехорошее ощущение, что мое приключение в этой чудесной игре немножко подошло к концу, так сказать, не успевшее начаться. Так что, скорее всего, придется начинать нового персонажа и пытаться воровать заново. Эх, ну ладно, всем большое спасибо за просмотр, всего хорошего и удачи. Если вдруг понравилось, пишите, мы заново начнем и нормально все сделаем.